А я думаю, где Бельчонок? Осмотрелся, его нет нигде. А он закопался в снег. Злодей, иди сюда. Слышь, иди сюда. Иду сюда, говорит. Иди сюда, иди сюда. Давай сюда иди, слышь. А он знает, где его кормят. Молодец какой. Кто-то тут ходил, походу. Иди сюда. Где, говорит? Иди сюда, давай. Дождался, молодец какой. Ох, страшно, да? Вот голубь, просекли, да. Злые голуби. Тут машины, кстати, никак выехать не может из сугроба. Сугробы такие, тут чистить надо все. Не знаю, почему не чистят. Тут такая толпа дворников. Очистить некому, да. Закопал, я, говорит, закопался в снег, да. Бельчонок злодейский. Дождался он, что его покормят. Молодец какой, а. А я, говорит, молодец, да. Ух. Но он прибежал сюда. Не знаю, откуда он бежал, но откуда издалека прибежал. Он сразу сюда прибежал, на это место. Я, говорит, помню, в прошлый раз меня кормили здесь. Может быть, орешки остались с тех пор. Нет, ничего не осталось. Ну тут ворона, голуби сразу... Ну, голуби нет, вороны пролетают сразу. И то, что есть, они подъедают. Злодеи. А сейчас вон и голубь тоже. Это мальчик у нас. Спрашивают, кто это мальчик. Где? Это мальчик. Однозначно. Пацан. Синица, он голубь, да? Злодейский. Опять нет никого из... Меня спрашивают, а где ушастик там? Копия толстая. Длинноухий. Вот он пролетел, да. Я бы залез. И что, голубь думает, ему орешки, что ли, дадут? Думает, дадут, да. Нету их, я не знаю, где их. Тут проблема в том, что можно было бы поискать, если бы это лето было, можно было поискать их по парку походить. А сейчас это бесполезно делать. Белки вылазят из дупел на 5 минут, там на 10, поесть, поедят и обратно возвращаются. Невозможно их искать сейчас здесь. Они просто так не бегают по снегу, там не копаются в земле. Они пришли, поели и ушли, и все. Так невозможно сидеться. Невозможно так белок искать. Это вариант только если они сами сюда прибегут, и все. Может быть, случайно где-то встретить их. Но специально вот как-то планомерно искать это не получится. Во-первых, я не знаю, где они. Я примерно знаю, где копия, а где ушастики, я не знаю уже. Для науки тем более не знаю. Толстые каждую зиму пропадают куда-то. Ушастик в прошлый раз
Позапрошлом году. Злодейская какая синица-то, а? А я, говорит, злодейская синица. Позапрошлом году у Шастика 4 месяца не было. Он куда-то в дальний куда-то край парка переехал зимой и жил там. Иногда я его встречал, пару раз его встретил за зиму. Случайно совершенно, и все. Вариант только, если они сами. Тут синицы сидят, просто хочу покормить. Вот она. Давайте. Голубь прилетел. Ну что, будете брать, нет? Будем брать, говорит. Синицы сидят, но боятся. Это какие-то не мои синицы, какие-то залетные. Давайте! А тут вариант, или только они с ладони берут, или вообще ничего не берут. Потому что на землю здесь не купишь, не кинешь орешки. Сразу голуби съедят все это дело. Стучать стали. Мельчонок испугался. Синица. Бельчонок злодейский. Злодейский бельчонок, ну-ка. Иди сюда. Хотел дать ему орешек. Вот так вот, да. Жалко, не снимешь снизу. Тут сугробы. Полметра. Не подойдешь к дереву. Не подойдешь, да. Ну все. Все, да? Ну-ка. А я, говорит, артист. Я сейчас сяду так, чтобы было удобно. Какой молодец, а? Это что, он услышал меня? Я говорю, невозможно снять. А я, говорит, сейчас сяду так, что можно будет. Какой молодец, а? Ну надо же. А мне интересно, спустится он сейчас или нет. Наелся он или нет. Давай, спускайся.
Синица села. Так нельзя же. Давай. Синица, да. Давай сюда. А я, говорит, продолжу, банкет. Молодец какой. Ну все, а то видео что-то длинно получается. Все.